Всем привет, я Сергей Кудашкин, а это мой друг и партнер по этому блогу Александр Ростов. Александр Ростов – это мэтр ландшафтного бизнеса в России. И этим видео мы открываем серию историй о том, как устроен этот бизнес. Называться он будет «Легенда трех сезонов». Я расскажу вам об этом бизнесе, не только об этом бизнесе, о всех его сторонах, но и о всей изнанке этого бизнеса. Очень интересно. Погнали! Александр, рассказывай о себе, рассказывай о своей компании, где мы, что мы. Я Александр Ростов, основатель, идейный вдохновитель и бессменный лидер группы компании «Три сезона». Насколько я понимаю, ты в бизнесе далеко не первый год, да? Давай расскажи свою историю. В бизнесе я с 99 года, у меня было агентство недвижимости, очень успешное, но в какой-то момент захотелось что-то большего. А жаль, больше? Скучно, не знаю, стало, не то, что скучно. Красивого бизнеса захотел? Захотелось что-то первое поменять. Я понял, что если я буду дальше этим заниматься, я не сойду с ума, но мне это уже станет неинтересно. В 2002 году я приобрел «Пятый элемент», наша ландшафтная компания. За этот бизнес я купил девятку красную и $3000. Вот. Отдал, точнее, за это. Да. И вот с этого бизнес и начался. Что теперь из себя представляет? 5,5 миллионов квадратных метров. Все это начиналось, как я уже сказал, в том далеком году с ландшафтной компанией, где было 5 человек, в том числе и я. Начиналось цветочки, растения, брусчатка. И потихоньку это все росло. И на сегодняшний день оно разрослось даже для меня непонятных масштабов. И как апогей всего этого... 15 лет, да? 15 лет, да. Вот в этом году будет 15 лет, как я этим занимаюсь. Мы хотим вам показать очень серьезную, технически, инженерно сложные задачи, за которым стоит еще огромное сельхозпроизводство. Рынок России, насколько я понимаю, что из себя представляет? В основном ландшафтники закупают это большей частью за границей, да? На сегодняшний день, еще недавно это было 90%, сейчас уже порядка 80% всех растений завозится за рубежа. Со всеми рисками, соответственно. Это таможня, это НДС и так далее, ценничек уже, и ценник, он здесь на входе уже зашкаливает, просто зашкаливает. И это фактически, серьезный многомиллиардный рынок, который перспективный. Это 80 миллиардов. 80 миллиардов от оценка объема рынка, да? Да. Не кот начихал на самом деле, и ты идешь в эту сторону. Рынок растений, то есть ты становишься производителем этого всего, и это тоже не просто. Десятки лет пройдут, когда то, что сейчас модное слово импортозамещение произойдет на рынке растений. Десятки. И причем эта отрасль, она развивается очень стремительно и сильно, но очень далеко еще. Специалисты с большей компетенцией, чем ты, я думаю, очень тяжело подобрать для того, чтобы... показать этот бизнес изнутри. Эти 15 лет, это, конечно, замечательно. Мы, наверное, выросли в больших-больших специалистов. Это, я думаю, сегодняшний день ведущая компания на этом рынке в городе. Но я считаю, что основная моя заслуга не то, что это создано, а то, что я в процессе длительного пути сумел подобрать нужных людей. Коллектив. Да. То есть это и мы вам покажем фантастический специалист. Да. Однажды, 5 лет назад, мне пришел факс. Факс, минуточку. Не электронная почта, а факс. Где администрация Большемурашкинского района поздравила меня с Днем сельского хозяйства. Тут ты понял, что ты сельхозпроизводитель. Если бы я умел плакать, я бы прослезился на этот момент, но это было очень, конечно, мне забавно. А как повторюсь, в этом году, по итогам 2016 года, мы стали лучшим сельхозпредприятием района. Лучшим сельхозпредприятием. Минуточку, сельхозпредприятием. Не ландшафтной фирмой, сельхозпредприятием. И
то, с чего на раз все это началось, прошло в большой такой бизнес, бизнес, связанный с сельским хозяйством. Это действительно сельское хозяйство. Мы входим в реестр сельхозпроизводителей Нижегородской области. У меня появилась потребность, на самом деле мы уже немножко сказали об этом, именно на базе для меня очень значимого объекта описать вот всю эту отрасль, все состояние этого рынка и попытаться донести как коллегам, как и нашим потенциальным заказчикам, как все должно, по моему мнению, конечно, потребителю, потому что по моему мнению происходить. Вот этот земельный участок я купил в 2008 году, 22 сотки. Там плюс-минус, начал думать, что же здесь будет, начал рисовать эскиз-проект дома своей мечты. Вот дорога была, проезжая, поставили нивелир, заказали съемку, ба, и оказалось, что перепад. Ну, визуально это примерно все как вот здесь. Вот. И вот нижняя точка, оказался перепад 7 метров. А что делать с этим? А с этим что-то делать надо. И путем там, различных вариантов в офисе, минуточку, в офисе, это принципиально важно, на бумаге мы стали делать зонирование. То есть раз зона, два зона и третья зона. Вот это мы все делали в офисе на бумаге. Это принципиально. В офисе на бумаге. В этом году гараж мы увидим. Стоит, да. И я думаю, что к Новому году пригласим на новоселье. На этом Конечно. Примере мы все покажем. Опишем подход. Да. То есть принципиальное здесь слово подход. Как, по моему мнению, можно создавать свои частные домовладения. Отлично так. Это первое будет направление. Да, а в процессе, как бы, не менее замечательная история, вы увидите, как растет газон, вот что это такое, вот эта красивая трава на вашей лужайке, откуда она появляется, все увидите, увидите все технологические процессы. Я вам открою все подводные камни. В процессе, если будут возникать вопросы, на все вопросы отвечу. То есть много профессиональных секретов вам расскажу. Отлично. Вы увидите питомник. Питомник, который мы заложили в прошлом году. Ну, на сегодняшний день это, ну, наверное, моя основная гордость. 12 гектаров тоже, извините. Это не маленькая площадь, но есть питомники в разы больше, в разы, в десятки раз даже. Есть, ну, в России уже есть такие, существуют. Но это гордость другому. Это очень высокотехнологичный питомник. Я к этому шел 10 лет. Этого питомника конкурировать именно с голландцами и немцами. То есть не с москвичами, нет, там, не с нет, Казани, спаси, Господи, а нет, с только с ними. Да. Круто. Смотри, мне еще как, ну, там, зеваки, да, так сказать, зрителю, мне бы, конечно, было бы еще интересно посмотреть на, ну, объект готовый, да, я уже несколько видел, я, конечно, ну, очень впечатлен вашим уровнем. Сейчас мы покажем вам территорию, где вот сегодня утром нет ничего, а к вечеру будут расти однолетние цветы. Вот этот газон мы постелили 5 лет назад. Все говорили, что снег, который убирает с трассы, кидают, газоны не живут. Вот, это живой пример. Вот сегодня у нас там что, 19 мая? Да, да. Еще буквально тут неделю назад снег лежал. Две недели назад здесь лежал снег. Вот как это выглядит сегодня. Соответственно, соль, все вот это, все это и валится сюда. Именно сюда, и да. И газон все это держит, да? Именно держит. Вот так Отлично. Он выглядит прекрасно, хорошо. Хороший. Интересно, вот типа кроме вот объекта, которым ты сейчас заявил, да, который мы будем показывать, еще ряд кейсов, как может быть, да, вот приходит любой там клиент, говорит, вот у меня участок, сделайте мне, и вот вы его берете, и мы вместе с тобой будем показывать, что все этапы, архитектурное планирование, там, подбор растений, инженерка и реализация этого всего. Да, мы все это покажем как объекты, которые только-только начинаются строить,
строится на сегодняшний день, условно, как из грязи, вся эта красота получается. Это кейс реальный. Было-стало, да? Это детский психологический центр, который уже через 11 дней должен принять первых детей. И типичная ситуация на стройке после окончания всех строительных работ. А здесь должен лежать газон, по которому будут бегать, насколько я понимаю, счастливые детишечки. Именно. Да? И тебе именно. Это нужно сегодня, еще раз напоминаю, 27 мая. А когда ты вошел в объект? Когда ты 12 числа. 12 мая. 12 мая. Месяц у тебя на все про все был. А 4 июня ты это все должен... Грубо говоря, сдать. За 3 недели надо сотворить волшебство. Первое, что вы, естественно, видите, это... земли кубов, наверное, 400-500. Ты будешь вывозить? Естественно. Да. Это мы сделаем, я думаю, за 2 дня. Данное место у нас с утра представляло собой такую же кучу земли, как сейчас. С утра здесь это было, да? Да, с утра здесь была куча земли, соответственно, все это выкопано. Я думаю, к завтрашнему вечеру здесь уже будет лежать брусчатка и будет парковка для машин. Эта территория у нас представляет собой детскую игровую площадку, да? То есть пока что здесь у нас склад материала, немного мусора, но какие-то... То есть 4 июня мы здесь, на этом месте, увидим детскую игровую площадку. Увидите. Отлично. Пойдемте дальше. Действительно, команда у тебя классная. Это звезды. Я за некоторыми людьми охотился не один год, чтобы они работали у меня. Я собрал лучших специалистов. Мы же за красоту. Да? Ты же делаешь мир красивее, да? Да, да. Вот эта надпись на одном из предприятий именно так и звучит. Я это запомнил. Да. Все, погнали.